Друзья, всем большой привет. Четвертая серия мобильного репортера. Судя по моей одежде, можно предположить, что работа наша не закончена. И вполне возможно, что у меня лицо даже грязное. Вот, я сейчас занимался сварочными, отпиливательными всякими работами. Вот, и мы сегодня с Боней, кстати, решили... Бонька, пойдем. Решили выйти на улицу. Там, правда, сильный ветер. Ребят, сильный ветер. Вот, Боня спрашивает, говорит, как работа вообще проходит? Говорит, что там вообще, все ли нормально, нужно проверить. Ну, я говорю, Боня, давай, чуть потеплеет, но ветер все равно есть. Поэтому я взял курточку вот эту вот для Боньки. Сейчас мы ее оденем, сейчас, друзья, секунду. Бонька, иди сюда. Проходи, погоди, проходи сюда. Не суетись, давай. Хотя бы так. Бонька, давай. Раз. Оп, молодец. Так она уже маленькая, по-моему, тебе, Ванюша. Ну, хотя бы так. Ладно, вот. И мы сейчас пойдем проверять, что у нас там вообще произошло за вот эти последние дни. Вот. Здесь у нас, видите, так и наша клетка не установлена до сих пор. Берем ключи и направляемся в фургон, ребят. Идем в фургон. Так, осторожно. Идем на улицу, да. Так. Бонька нам туда прямо. Бонька только помнит, как мы заезжали, а как мы все собираемся погулять, никак не получается. Вот. Ну, вроде тепло. Ну что, Бонька, как вообще обстановка? Ветер, ребята, дует, ветер дует сильно. Пойдем, Бонька, пойдем, моя королева. Вот. Можно сказать, первая наша прогулка. Не холодно, не холодно. Солнце светит, вроде тепло, а вот ветер такой прохладный. Да, Бонька, скажи, непонятно. Теперь деревья всякие тут вообще. Очень даже неплохо. Чуть-чуть потеплеет, будем гулять. Да, Бонька, будем с тобой ходить. Надеюсь, получится все-таки в этот раз поставить бассейн, который мы купили аж год назад. Вот, и Бонька хоть поплавает. Говорят, здесь в Оренбурге очень лето знойное, очень такое хорошее, жаркое. Нам как раз это то, что доктор прописал, как говорится. Вот, друзья, это часть, в общем, фургона лишняя теперь оказалась. Надеюсь, звук нормальный, потому что со звуком могут быть из-за ветра сильные проблемы. Вон, Бонька у нас тут. О, забыли очки. На, держи. На. О, пойдем. Иди, иди скорее сюда, пойдем. Посмотрим. Вот сюда пока садись. Тебя не видно будет. Отсюда хочешь? Так, что там? Видите, вот это наша дверь будущая. А каркас уже стоит у нас от этой двери в фургоне. Бонька, пойдем в фургон сходим, посмотрим. Пойдем. Пойдем проверим, что там у нас произошло в твое отсутствие. Интересно, Боня как сейчас отреагирует на перестановку. Она так и не видела ничего. Пойдем, Бонь, проверим. Надо посмотреть. Пойдем. Домой сходим, посмотрим, что да как. Сейчас, моя хорошая. Связка ключей огроменная, как всегда. Так. Сломался здесь у нас немножко замок. Да, починим. Так, Боньки, не спеши. Сейчас мы свет включим. Погоди, таракан. Так. Свет тоже у нас. Все, в общем, ребят. Все, ребята, у нас сломается. Борька, иди сюда, что ты убежал? Банюш, вон, видите, это тоже менять надо. Лампу купил, но пока не до нее. Вон у нас Бонька. Да, скажи, бардак. Бардак, скажи, вообще непонятно, что там. Бонь, что случилось? Ну, что у нас тут? Пойдем посмотрим, что там с инструментом, Банюш. Бонька, что с инструментом у нас там? Очки одеваешь, держи вот, вот так вот, молодец, терпит, слушай, очень красиво. Пойдем посмотрим, что там с инструментом, у нас здесь. Видите, сколько пришлось всего привезти, пока что бардак, просто бардак. Все в одной куче лежит, но другой возможности у нас работать нет. Бонь, иди сюда, иди ко мне, неудобно мне так за тобой бегать. Бонька, Бонь, иди сюда, иди, подожди, я же тебе что-то показываю. Боня не поймет, где находится. Вот эта рамка, ребят. Вот эта рамка, о которой я говорил. Вот она здесь, видите. Если что, можно ее приподнять даже. Если какой-то очень габаритный груз будет. Так что он сюда войдет. Бонька, иди сюда. Бонь. Бонька, теребонька. Иди, моя девочка, сюда. Иди, моя хорошая.
Сейчас мы пойдем погуляем. Не очень, мне кажется, интересно то, что я показываю. Ну вот здесь, в общем, друзья, будет дверь находиться. Ну да, дверью. Ветер дверь закрывает. Вот здесь вот дверь наша будет находиться. Вот она открывается. Вот эту штуку придется снимать, к сожалению. Вот. И вот сюда будут наши клетки большие заезжать. Здесь мы их установим. Ну и, наверное, все это поменяем. Бонь, иди сюда, Бонюш. Иди сюда. Там сейчас дверь у тебя прихлопнет. Будешь потом плакать. Бонька! Он суетится, Боня. Иди сюда, иди, моя хорошая, иди, моя принцесса, иди, моя куколочка, иди, моя теребонечка, моя красивая. Ну, давай, ты мои зенцы. Давай, пока положим сюда. Давай, положим сюда. Все, вот, остатки роскоши. Пойдем гулять. Пойдем, Бонька, погуляем. Скажи, стройка стройкой, а прогулку отменять нельзя. Все, вот так стой здесь, вот так стой. Подожди. Неудобно. И снимать... И дверь закрывать, и тебя... А ключи где? Ключи мы забыли, стой. Ну подожди, ключи-то здесь. Сейчас, ребята, очень, друзья, это все непросто сразу делать. Хорошо, что еще камера такая маленькая, что сподручно, так сказать. Видите, какая у меня огроменная связка? Огроменная связка, здесь ключи от всего вообще. Только нет ключей от квартиры с деньгами, а так было бы, конечно, намного веселее работать. Вот. Ну что, таракан, пойдем? Давай папку забирай, пойдем. Так, пойдем проверим, что здесь есть вообще. Пойдем дальше, вон туда, прямо. Вот, ну мы сейчас немножко погуляем, воздухом подышим. Вот такие вот, ребята, друзья, я извиняюсь, что не получается видео вам снимать много, потому что постоянно сварочные там, ну как бы однообразная такая работа, сварочные, примерочные работы, там покраска будет в ближайшее время и так далее. Вот, и однообразный материал не особо хочется вам показывать, хотя бывают разные приколы. Вот, ребят, подписывайтесь на телеграм-канал Дан Запашный Лайф, там, в общем-то, как бы тоже разного рода информация есть, я думаю, вам будет интересно. Желаю всем хорошего настроения, а мы пойдем пройдемся. Пока!